Так, добраться до отеля. Сейчас доберемся, наверное. Сейчас посмотрю. Че ты прикрываешь-то? Никто не видит. Ой. Господа, проходите. Я уж прошел. Куда они делись, эти люди? Что нам делать? Бегать по городу — это не то же самое, что пытаться уйти с випами. Расслабься, парни. Мы доставим их на Валькирию. Оставь это мне. Наверх. Оттуда мы увидим все с высоты птичьего полета. С высоты птичьего полета ты увидишь, когда взлетишь на эту высоту. Хорошего. Какая вертушка? Вот это? Черт! Инструктаж о китайской спецназе не говори. Нам нужно туда. Давай перепрыгнем, что ты? Куда они делись-то? А. Ну и чё? Ты быстро я спустился. Может, что заглючило, не знаю. Нормально такая водичка, отражение и прочее. Чё, погнали. Наши шпионы могли упустить и что-то еще помимо этого. Нужно сообщить на Валькирию. Так, а нас тут не спалят. Есть сообщение, прием. Крепость на связи. Докладываю обстановку. Большое скопление китайских солдат в заданной точке. Похоже на спецназ. Количество пока неизвестно, прием. Действуйте по ситуации и вытащите их оттуда поскорее. Конец связи. Мы, в общем, выполнили задание. Нам по заданию нужно добраться до отеля. Встретиться с агентом ЦРУ в башне GU. Смотрите, у нас какой-то есть ФАМАС. Знакомая пушка. А, это у нас сейчас она? А, ну хорошо. Только мы пока не достаем это оружие. По-видимому, она у них в рюкзаке. Пошел, пошел, пошел! Куда, куда, сюда? Иду, иду, иду. Фойе вроде чисто. Да вы персоны. Слушайте, я иду быстрее, чем вы бежите, мне кажется. Лифт здесь. Давайте, предоставьте мне эту возможность. Давай, Рекер. Эту миссию. Смотрим, что у нас есть. Че, у тебя гранатомет? Приготовиться. ЮМП. 45. Да, я знаю эти оружия. Это что еще за пукалка, мать вашу? Ты чё, нам нужно в гостиницу. 25 патронов. Наверху, значит, это небесный бар и крытый переход, по-моему, так. 20. Небесный бар. Это точно на крыше. Обойма такая огромная. Ты должен позвонить жене Дана. Патронов мало. Да, я крупнокалиберный, знаю. Наверное. Просто. Это ПП. Закрой эту чертову дверь. Чё это такое? Чёрт! Не тот этаж, не тот этаж! Чё? Это был баг. По-моему, мы только что вторглись в Китай. По-моему, мы на небо улетели. А что, у нас есть выбор? Нет. Только быть начеку и выжить. Чё-то забагалось все как-то. Давай, найдём этих чёртовых випов. Ирландец, рэп, гляньте-ка. К чему они готовятся? К войне к чему? Против русских. Опа, смотрите, вспомогательный урон какой у него. Ну, нехилый вроде, да? УТС это дробовик помповый, наверное, да? Картечь 12 кал. Прогресс. Да, помповый дробовик. То есть, пум-чик-чик, пум-чик-чик. Типа того. Давайте, знаете что, давайте его поставим. Посмотрим, что это вообще за тема. 15 патронов. Подожди. А больше тут ничего не да. Ну ладно. Ну что, идем дальше? Вы это слышали? Противник на лестнице.
А шума нельзя, да, по-моему, делать? Меня заметили. Пошел, пошел! Да. А какой он дальнобойный? Нет? Давайте посмотрим. Бам! Бам! Да, у меня был навык с этими оружиями вообще. А, вот еще один. По одному патрону. Да, можно бабахать. Огонь на подавление. Конечно, подавление. Так, ну эта тема вот такая, давайте. Ой-ой-ой, я не знал, что он на меня побежит. Не думал. Ой, тут уже наши. Тихо, подожди, вот, вот дальше вот этого давай. Так, вот, вот, конь в башку ему, где еще? Подожди, где? А, вот. Нормально. Давай, продвигаемся дальше, ребяточки, не скромничаем. Вот это хорошо, это хорошо. Я тоже могу выпрыгнуть, наверное, я не знаю, могу ли я или нет. Вот это вот меня радует, вот это радует, да. Ой, 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 что ты их так много-то тут? Я не обратил внимания, тихо, тихо, тихо. Подожди, подожди. Сейчас. Где они там? Вон они, ну-ка давайте их засадим. Кто палит, конечно. А, подожди, они у меня гранат кинули. Ну это нормально, нормально. Давай. Вот эта тема. Расстреливает? Да, вроде бы. Сейчас двигаемся дальше. Я поспешил просто, наверное. Браво или право? Я что-то не вижу. А, вон он. Добивалочка. Это все? Больше не осталось? Да. Так, а тут что у нас? Опа, мин. А слушайте, а друг... где наши другие мины-то? Не, ну клеймер или... Клеймор. Зачем нам он? Ну, у нас больше ничего нету. Пошли. Подожди, а... Нам пип ложим. Бляха-муха. Защитная дверь. Russian mat. Секундочку. А на тройке, на четверке. Угу. Типа растяжки, да? Или что он там пишет-то? Да, здесь пишет, что в этом, значит... Под... Херово. На крышу летит! Рэк, какая-то растяжка. Окнами, будь готов. А, слежу, давай. И мины ты захватил, Рэк? 26... А, мины, да-да-да, вот что мне сказать. 26 патрон. Отсюда мы же куда-нибудь поставим, я не знаю, что там надо. 26 патрон. А, типа ее вот сюда, что ли, надо? На позицию! И вот сюда, да, нет? Это и есть растяжка? А, это растяжка. Ясно. Неправильно немного сделал, ну ладно. Надо было пораньше, я просто... Что, взорвалось? Так вот, 25 патрон, один уже в этот, в стволе засунул. Ой, бля, это что было? Тихо, подожди, какое поражение, меня тут обсадили немножечко. Ну, давайте я вам туда вот закину гранату. И еще одну. Чтобы здание рухнуло. Лазером должен. Быстрее, не могу. Это кто тут стоял, что ли, мне показалось. Так, ты уходишь. Блин, а чем они меня долбят? Гранатометом, что ли, такие? А теперь что? Теперь вот этих долби. Полу вроде попал. А что, его тоже долбить надо? Нет, наверное, скорее всего. Не, мне кажется, что нет. Вот он, ФАМАС, видимо, открыли мы. А вот еще один. Че, через это не прострелится? Конька! Так, быстрее, мать твою! Да, почти готово! А вот еще. УТС. Вот, ФАМАС. Че, урон слабый. Но он еще очередями может стрелять. А вот и винтовочка. Давайте вместо... Давайте вот так, ближний-дальний. Мне это, по сути, не надо. Но пока ставим, потому что здесь пространства такие. В основном ближние. А кто лезет? А, вот. Подожди, а что-то я никого не вижу.
А, чё, всё там? Нет, открылся? Нет ещё. Ну, отсюда можно отстреливать, так-то. Вон ещё один. Так, больше никого. Давай вот этого ещё. Коньк! Нет, промазал. Промазал опять. А, не, я попал. Нет, вот я сейчас промазал точно. Я один раз попал, наверное, потом начал мазать. Чё, кого-то не убил? Слышь, китайские наречия, давай. Да. В башню. Башенку снес. Тихо. Ну, три раза, два раза попал. Есть! Теперь да. Чисто! Отлично. Давайте, парни, я закончил! Чисто. Отлично. 5 растяжек. Ну, в смысле, у нас, наверное, получится 2. 5 мин. Проще. Проходим. Здесь должна быть лестница. Ясно. Все целы. Да, да, все целы. А куда она? Вниз? Или хрен знает. Скорее всего, вот сюда. Так. Пошел, пошел. Мы уже близко. 41 этаж. Готов? Че, в другой куда-то? Так, а что тут у нас? Вот нам, значит, сюда. Геймпель, что это? Что там пищит? Наши випы? 38. О, нет. Вот наш номер. Че там, бомбанул уже, да? Ёлки-палки. Тут в живых никого. А ты видел хоть там кого? Может, там и есть кто? Вы припозднились. Чтобы пробиться наверх через разведчиков, требуется время. Поэтому я и поменял комнаты. Если ты ходишь, Ковик, мы тебе, черт возьми, зачем? Выйти на улицу труднее, чем в коридор. Заходите. Это випы? Ну же, Рэкер! Где машина? Машина? По улице нам не проехать, там полно китайских солдат. Ну, охренеть можно! А что это за випы? Чё вы тут пьёте? Это очень важные люди, женщина и её муж. Мы должны вытащить их отсюда в целости и сохранности. Я Ханна, а это мой муж. Спасибо, что пришли. Извините, сэр. Простите, мэм. Вы меня понимаете? Вы в порядке? Вот и все. Мэм-мэн. Давай, пошли. Мой муж ранен, ему нужно отдохнуть. Времени отдыхать у нас нет. Я заметил вертолеты на крыше, надо уходить. Значит, идем наверх. Что? Захватите вертолет, а я его поведу. Нравится или нет, но таков план. Или есть варианты, сержант? Теперь мы вертолеты угоняем. Мы закончили. Моему мужу нужна помощь. Все это насилие. К чему оно приведет, сержант? Это не... Спасибо, что пришли, сержант. Я благодарна вам за это. К войне. Пошли. Быстро. Вперед. Вперед. Беги, готовы? Беги. Не высовываться. Давай я первый, у меня УТС. Пошли, Рэкер. Куда ты притопил так? Все равно меня не обгонишь. Так, этого, наверное, не надо. Если стрелять. Не получится, нам хана. Подняться выбора на крышу. Нет. Ну ладно. Давайте сейчас вертолет угоним. Сэр, мэм, ждите здесь. Ладно, идем наверх. Сохраниловка. Так, и патрончики. Новых пушек, по-моему, нет. Хорошо, что ящики так долго, так много их. Так, вот тут, наверное, уже снайперская. Опа. Давай двоих одним выстрелом. Я вообще правильно сделал? Так. Твою налево. Тихо, подожди. Вот так вот можем помечать через стены, нет? Блять, не могу прицелиться в этих мудаков. Не можешь? Ну я тебя сейчас помечу. Веду огонь! Чпонькс. Давай, я буду снайпером. Я его не... Ах ты гад, какой живучий. Ладно, нет смысла перезаряжаться так часто, будем... Стараюсь пореже. Что дальше? Гранаты. Дальше? Вот туда. Так, давайте вот так. Есть, пора. Давай вот так еще.
Ой. 38 единиц здоровья. Сдох вроде. Кто там еще-то? Че, атакуете еще? Гранат, что ли? Нет, показалось. Раз. Ох ты гад. Так, давай, бам. Бам. Ах, ты убегаешь? Ну иди сюда. Тихо. Спокойно. Спокойно. Опять глюки. Кто-то справа меня долбит или слева? А. Не пойму. А, вот. Спускаемся уже, давайте, вниз. Захватите его! Захватим. А, подожди. Время-то у нас не ограничено, то мало ли. Давай быстрее. Не, нормально все. Ничего не... Захват! Возле вертолета никого нет! Точно! Все на борт, мы не ограничены! Огнетушитель в норме, господин, так что можете лететь давай дальше. Давай же, давай же! Я за тобой, Владимир! Пошли. Сейчас отстреливать будем, наверное. Что происходит? Вот там я вижу. Бам, бам, бам. Нет, мимо. Не попал. Музыка такая нормальная, в тему. Напряженная. Это кто сейчас сделал? Ты сделал? Ну все, хана тебе. Ну высунься ты уже. Тихо. Спокойно. Делаем минус. Раз. Я еще не вижу. Вот тут один. И вот ты. Ты. Давай. Ладно, не будем. Не будем мельтешить. Вау. Вот это вот жестко. Чё? Гранаты тут еще такие летают. Надо спускаться, походу, вниз. А, вот эти штуки не простреливать, но это тогда тема. Давайте, ребят. Это кто сейчас делает? Подожди, дай. Так, вот еще один перчик. А вот эти баллоны, они взрываются. Ладно, пойду их замесю. По-быстренькому. Так, где он? Там. Тихо, тихо. Спокойно, ребят. Я к вам иду. Вы, сам главное, не паникуйте. Не шевелись, парень. Сколько в него всадить надо? Ну, согласен, согласен. Два раза я промахнулся. Если не больше. А, вот они, их даже не видят просто. Сюнь-динь-дзяо. Ты еще жив, что ли, блин? Вроде садил ему, он упал даже, мне показалось. Жестко причем так. Так. Прижали. Где тебя носит, Рейкер? Как прижали? В смысле? Я тут разбираюсь, между прочим. Я тут нормально разбираюсь. Тут один китайози поднимается. Открыто чисто. Конечно, чисто. Я тут все почистил. Крепость. Это магический клир. Клин. Крепость на связи. Нам пришлось покинуть машину. И полетят к вам в захваченном вражеском вертолете. Одному из них требуется срочная медицинская помощь. Привязанный к ядерной бомбе, они к вам летят. Ищем другой выход. Прием. Ясно. С костюмом крыло прыгает. У нас все наперекосяк. И на велосипеде. Могильщик, отправляйтесь к реке. Мы думаем о том, как вас забрать. А я уже на пути в речку. Активнее, ребят. Сколько? 16 этажей. Эй. Ты чё? У тебя что, клаустрофобия? Блин, пап, меня не лифты беспокоят. Все дело в высоте. Я ее боюсь. Вы что, блядь, издеваетесь? Я эту песню люблю. Хорошая, блин, песня. Где пушка моя вторая, ё-моё? Пока все хорошо, я пойду первым. Пошли. А, вот, всё так и знал. Если это то, что я думаю. Вот о чем я и говорил. Крепость, это могильщик 4, повторите еще раз. Повторяю,
Мы не можем оставаться на текущей позиции. Эвакуация невозможна. У вас 30 минут, чтобы вернуться на корабль. Это крепость. Конец связи. Вертолет над площадью. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. Туда, что ли? Так что, стрелять будем или нет? Хоть бы он свалил поживее. Нам надо на ту сторону. А, надо взять пока вертолет, что ли? Или, может быть, начинать уже атаковать? Давайте почитаем. Да, нам ничего такого особо вроде не сказано. Тихо или громко ли нам надо пройти эту миссию. А ближний бой как делается? Забыл. F, что ли? Да. Воу, я думал, они меня не видят. Ну ладно. Давай, начинай. Я уже давно начал. Так, что тут у нас? Что-то ничего не видно через это стекло. А, вертолет надо убить. Я, в принципе, могу. Ой, тихо, 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 тихо. Нормально. Ладно, давай, берем УТС. Бам, бам. Ой. Ой, не убивайте меня, пожалуйста. Не убивайте. Меня убили? Ну ладно. Куда-то я спешу слишком уж. Ой, как я спешу. Ну, сейчас реально надо поспешить. Вот о чем я и говорю. Суетливый. Торопляк, когда помню. Ладно. Чё, блин? А, это не голова. Да где же они их? Не вижу даже. Вот. Быстрее всего будет на восток. По главной улице. Чё, будем долбить вертолет? Ладно, не надо. Так, ну чё? Этот уже побежал, ну и я с ним. А, давайте что-нибудь заменим. Опа. Нормально. Магазины поменяли, можно в бой. Так, может быть, какую пушку другую взять? Ну, я имею в виду. Давайте. Чё тут у нас по урону? У кого урон больше всего? А, подожди. Ну, FN's card, понятно. У кого? Хорошо, точность. Дальность. Так, как? Давайте вот этот возьмем. Нормально, надеюсь. Хоть там... Ой, подожди, стой. А где наши-то, Они тут, что ли? Вот они. Что происходит? Подожди. Вот тут кто-то только что... Тут никого. Откуда они прут-то? Ладно, нам надо это. Понял. Понял. Ничего-то не понял. Там уж как пройти надо. Давайте попробуем. Вот, нормально. Хватит свинить, вань. Давайте потихоньку продвигаться. Может, что из этого и выйдет. Там, по-моему, тема какая-то. А может, их долбануть надо? Как вы думаете? Опа, кому-то в башку засадил. А пилота там не надо долбить случайно? Что-нибудь на дерево спрыгнул? Давай-то уже, долбани его. Нормально, все. Идем. Или не надо идти? Ты чё, дурак, что ли? Камикадзе, блин, а? Гранату все подали практически. Чё, она взорвалась? Всё-таки. Так, эти уже рванули без меня. Тачку можно сесть? Фигово. Ладно. Нифига они там втопили. Обязательно. Для начала надо искупаться.
А. Я думал, тут вода глубокая. Меня волнует Валькирия, а не ожидание. Вы слышали? Блядь, налево, бегом! Я уже здесь. Хорошо, осторожнее на углах. А что там на углах? Будет нелегко. Вот здесь, что ли? Да. Шпунькс. Давай. А вроде мне казалось, раньше патрон больше был. А, ну 30, нормально. Вот он! Он следил за нами! Прыгай! Побежали! Беги, Рекка! Давай! Бегу, давай! Наверх! Дальше сюда, скорее всего. Что за звуки? Слушаю китайские звуки. Подожди, а так я чё, я же иду. Я куда-то не туда иду. Ирландец. За ним, что ли, надо? Чё он там очкует? А. Может быть, нам сюда? Да, скорее всего. Ой-ой-ой, чё-то вас многовато здесь, ребятушки. Сядь ты, блин, за это ограждение. За это... Да, проще вот так вот сделать. Никак не работает. А, все, бомбанула граната. Блин, а тут кто-то сидит. Чё? Бунт одного. За Цинзиня. Атакуем. Понял. Вы в порядке? В полном. Ну чё, там долго? Он за нами едет. Это я за ним бегу, а не он за нами. Так, я так понял, нам... Он куда-то сюда. А, вот он, я бы чё-то не видел. Раз, сохранение. Крысы тут бегают. Вы прорвались? Думаю, да. Гражданские бегают. Мы оторвались. А может, тебе кажется? Хотя нет, смотрите, тут нормально так. Так, а как там надо? Блин, я забыл. А, В, по-моему. Нет, В это не то. Б. Я не помню, какую-то букву надо нажимать, чтобы это... прицел себе. Рекер, другой сюда. Поставить, в общем. Мы почти у реки. Ку, нет. Ни хрена себе. Тут война полным ходом. Что за херня там происходит? Ну же. Боже, это уже гражданская война какая-то. Блин, здесь все вышло из-под контроля. Чего у тебя за пулемет, что ли? Спасибо. Сюда. Помогите нам. Фигароже. Мы хотим добраться до реки. Должен это сделать. Срежь! Речь давай. Американцы, нужна помощь. Заходите. Будь начеку, Рекер. Расслабься, Пак. На злодеев они не похожи. Как дела? Не хуама? Не ощущаю. Отойдите от окна. Это опасно. Не стойте у окна. Отойдите. Мы пытаемся дойти до реки, но у людей Чана есть танки. В город не пробраться. Мы направляемся к реке. А тут гранатометов нет? Один есть. У кого? Наши люди дают отпор. Ну, Чана, бойцы посильнее. Мы в ловушке. Нам нужна ваша помощь. А если я еще их бомбить начну? Будьте здесь, защищайте ребенка. Давай, Рекер, пошли. Конечно, пойдем, давай. Как всегда. Рек, видишь танк? Кто как не мы? Не, я не вижу где. Но я вижу, что там внизу ездит. Уничтожить танк. Замечательно. Намек понял. Где-то найти взрывчатку надо. Чё за... Как у нас со временем? Херово, как обычно. Нам нужно вынести эту штуку и уходить из города по реке. Наш путь перекрыт танком. Нужно взглянуть на это сверху. Как насчет этого здания? Да я его вижу так-то. Чё, по лестнице?
Или куда? Или мне за вами? Ладно, побежим пока за ними. Ну, какова тактика? Каковы планы? Короче, мне надо найти взрывчатку. Да. Вот тут, что ли, взрывчатка? Мина. О, вот мина. Используется так, как внедорожная противопехотная мина. Так, а мне это... О, взрывчатка. И вот мина, давайте. И мне, типа, нужно выйти на 3. Это на 4. А... Ага. Покажи ему, где раки зимуют. Ой, а че он такой быстрый-то? Он идет прямо на нас. Сейчас он не дойдет. Надеюсь, он за мной поедет-то. Или че он мины-то объезжает? Офигел, что ли? Или он не объезжает? Или объезжает? Так, а у нас еще вот это есть. Да не, вот это. Давайте мы туда киданем. О, подожди. Подожди, а как? А, вот так. Где он? Вон он. Давай, взад ему. Бам! Что, нормально, нет? Давай, иди сюда, танк, танчик. Ко мне иди. Come on, the tank. Что-то я куда-то кривовато кидаю. Он пробивает их тут все. Последний осталось, давайте. Давайте вот так. Давайте вот туда и... Бам! Нет? Не взорвался еще. Так, ладно, тогда план Б. Точнее, план... Другой план. Вот с этим сейчас надо будет побегать. Снова побегать, причем, обращаю ваше внимание. А, не, вот сюда давайте пробежим все здесь. Чтобы он наткнулся. Так он все мины объехал, вот засранец-то. Давай, иди сюда. Езжай, как его сюда подманить? Да вот тут взрывчатка есть, зачем мне в здание-то еще? Ладно, здание-то здание. Как туда попасть? Вот тут, наверное, двери, да? Да... Посмотри, нет ли тут чего полезного, Рек? Нам да нужно мощное оружие! Погоди, мне надо... Вот, да. Тут мне надо перелезть. И тут, походу, наверху где-то есть взрывчатка. Да? Чё, взорвался, что ли? О, нормально. Так, а... У нас пополнилось? Осторожно, Рекер! Ещё один танк! Ой, смотрите, какая-то новая пушка. Муха какая-то, да? Ладно. Так, где еще один танк? Я его слышу. Но не вижу, да... А, вижу. На мини-карте вижу. Так, давайте вот это вот сделаем. Сюда-то он не бомбанет. Ну-ка, давай. Ай. Не туда. Давай. Бам! Куда-то он отъехал от меня. Давайте еще. Кашу. Вот дерево даже упало. Ну давай, иди сюда, поближе. Нет? Еще давай. Давай. И последнюю. Ёпта. Давай. Куды? Сюда давай. Ё, а тут же это. Ё-моё. Я в заперти. Наверх. Наверх на второй этаж куда-нибудь спрячься ты уже. Фу, блин, вот это вообще жестко. Там здание еще разбегать. Давай. Следующая мина. Какова наша следующая идейка? Моё следующее дело сделать вот так. Давай. Так, не долетела, конечно. Еще дальше. Прячься. А там мины рядом с ним, что она не бахает? Может, ее так вот можно будет? Пушки взорвать. Где она? Что, опять что ли с ним? Да, не оставаться нельзя, он сказал.
Я знаю, ты будешь тут кататься, танчик. Хорошо. Давай, я тебя тут жду. Кто долбит? Танк? Он меня отсюда как-то видит. Ну ладно. Езжай, подъезжай, я готов к бою. Чё, меня потерял, что ли? Я здесь. Давай, давай, нарвись, пожалуйста, на мину. Ну. Ну еще давай. Да. А? Заглотил, как видали? Вот это глотнул. Мин-то надо собрать просто вот эти вот. А если не удерживать R, просто нажать, взорвется, наверное, да? Все чисто. Что у нас со временем? А, шутка. Плохо. Делаем ноги. Быстро! Подожди, какой быстро? Гавань совсем близко. Мне надо сначала арсенал свой пополнить. Конечно, хорошо вам. Скорее же. Я тут, значит, потею. А вы уже смылись. У нас тут полно гражданских. Пожалуйста. Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Так. Что тут у нас? Рекер, ты первый. Так, ты в норме? Ага, вполне. Вполне или в полной? Крепость. Это могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. Это крепость. По вам ведут огонь, могильщик. Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь. Доложитесь. Ядерная бомба взорвалась. А, это Скайлайт, ты чё, не узнал? Не волнуйтесь. Людей он не убивает, только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это могильщик. Чёрт, сдохла. Посмотри. Все эти люди и флот, как живые мишени. За нами! За нами! Безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак! За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владик, ты в своем уме? Я в своем уме! За нами! За нами! Безопасное место! Кому он говорит? Там никого нет впереди. Давайте! Крепость — это могильщик, ответьте! Прием! Крепость — это могильщик, ответьте!